Москве задержаны трудовые мигранты из Центральной Азии. В Таджикистане монополизировали денежные переводы. Власти Казахстана передадут Китаю двух казахов. В России задержаны трудовые мигранты из Центральной Азии по делу об участии в исламском движении «Хизб-ут-Тахрир». 3 декабря в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили о задержании в Москве и Челябинске участников «Хизб-ут-Тахрир». Среди задержанных в Москве были выходцы из Центральной Азии. 5 декабря Мещанский суд Москвы санкционировал арест 6 ранее задержанных. Среди обвиняемых – Кимсанов Варходжон, Мамадалиев Марифджон, Султонов Икболжон, Тухтасинов Икромиддин, Холдаров Гулумжон, Холматов Азизбек, Маликов Марувжон. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Участие в деятельности террористической организации». Среди них есть как граждане России, так и граждане Узбекистана. Все они арестованы до 2 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства. По данной статье УК РФ, задержанным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Тогда, в 2003 году, когда принималось решение Верховного суда, ни одного примера от того, что вот Хизб-ут-Тахрир, члены Хизб-ут-Тахрир занимаются подготовкой теракта, не было приведено. Это можно легко убедиться, посмотреть решение Верховного суда. После этого сначала давали маленькие сроки, там условные маленькие сроки, потом приняли еще статью 205 «Поддержка терроризма». Получается как? Вот они в 2003 году признали организацию террористической, а дальше можно любого человека, исламиста, у которого книжка нашлась какая-то, где там, может быть, даже Хизб-ут-Тахрир написано, все, он поддерживает терроризм. Напомним, что российские международные правозащитные организации регулярно признают отбывающих наказание в виде лишения свободы за участие в Хизб-ут-Тахрир политическими заключенными. Национальный банк Таджикистана ввел новый механизм трансграничных переводов в Таджикистане. В настоящее время банки Таджикистана не могут взаимодействовать с системами денежных переводов напрямую, а должны будут это делать исключительно через создаваемую национальную систему. В свою очередь, российские международные системы должны будут открыть корреспондентские счета в НБТ, и переводы станут осуществляться только при наличии на них средств, сообщает «Коммерсант». Хотя Национальный банк Таджикистана и заявлял, что подписал соглашение с тремя системами денежных переводов Western Union, Contact и Unistream, на практике работает только Unistream. Ба хонадони масалан ин нафар 100-200 евро лозимас ба ино медиан. Ва он нафаре ки дар хориҷи кишвар аст барои як нафари дигар аз як кишвар ба кишвари дигар чиқор мекунад пул аз дохили Аврупо ба як кишвар ё ки ба Америка масалан чиқор мекунад пул интиқол мекунад. Имрӯз ин чиз аст ки то як андоза. Еще можно перевести деньги через приложение Сбербанк Онлайн, карту которого предлагает Спитаменбанк, но за конвертацию взимается определенная сумма денег. Так, например, жительница Душанбе перевела своим детям в России $92. С учетом 1% комиссионных, ее дети должны были получить 887 самани, но они получили 5225 рублей, 785 самани. В итоге за конвертацию через Корти Милли она потеряла 102 самани. Об этом сообщает Мигрант Ньюс. Жители Таджикистана недовольны таким положением дел, длинные очереди и невозможность получения собственных денег приводят людей в отчаяние. Несмотря на бедность и тяжелые условия жизни в Таджикистане, режим Рахмона еще больше усилил бремя народа, монополизировав денежные переводы. Двух этнических казахов, просивших защиты в Казахстане от угнетения китайских властей, передадут в Китай. Об этом пишет Казтаг со ссылкой на заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, директора пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Дархан Дельманов. А по имеющемуся соглашению, которое имеет статус ратифицированного документа, по окончании судебных, а также всех уголовной ответственности, мы будем указанных граждан, независимо Китайской Народной Республики или других государств, будем передавать
страну исхода. То есть в данной ситуации мы будем передавать в Китайскую Народную Республику по линии погранпредставительской деятельности, и там уже в дальнейшем, соответственно, будет реагирование со стороны уже соседа, ну, государства-соседа. Поэтому шансов у них здесь находиться нету, даже если они здесь находятся. Это огромный вызов. И в этой связи позиция нашей власти просто позорная. Это не первый случай. Сарагуль уехала, не смогла здесь найти свое отечество. Напомним, что Костер Мусаканулы и Мурагер Алимулы – этнические казахи, граждане Китая, которые 1 октября бежали в поисках защиты из Китая в Казахстан. По их словам, они бежали из-за преследования китайских властей мусульман на оккупированной территории восточного Туркестана – Синьцзянь. 10 октября мужчины добрались до Алма-Аты, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища в Казахстане. Позже оба были взяты под стражу. «19 ноября в кулуарах пресс-конференции Национального пресс-клуба в Нур-Султане адвокат Акмалинской коллегии адвокатов Лязат Ахатова сообщила журналистам, что бежавшим из Китая этническим казахам Кастеру Мусаканулы и Мурагеру Алимулы в случае депортации грозит смертная казнь». Это нарушители государственной границы. Несмотря на все это, власти Казахстана готовы хладнокровно отдать двоих беженцев на растерзание китайским властям. Mm-hmm.